богатая, красивая. Но я тяжелый люкс, с этим все сказано. Мы воспитали потребительницу. Она не терпит критики, замечаний. Это абсолютно нормальные вещи. В новом выпуске «Чадо из ада». Приветствую вас. Вас так много всех. Мы с вами не поладим. Она ведет себя очень высокомерно. Ей вечно все не нравится. Это невкусно. Мне не нравится. Мне не нравится. Не нравится. Я вообще не понимаю, как теперь жить буду. Мне не нравится это все. «Чадо из ада». Новый перевоспитательный сезон. Не снимайте меня, пожалуйста. Мне реально плохо. В четверг в 18:30 на Ю.